Веселье после посевной или просто сабантуй. В юбилейный 25-й раз в Иванове отмечают национальный татарский праздник. В поликультурной школе номер 18 его решили устроить раньше обычного, за несколько дней до начала месяца Рамадан. Сабантуй проходит уже у татарского народа, у башкирского, более 1000 лет. Истории, раскопки, все это вот рассказывают, что история этого праздника очень-очень уже давно идет. Люди, которые вот работали на земле, пахали, сеяли, они трудились весной, и после этого, уже в ожидании хорошего урожая осенью, они проводили вот этот праздник. Торжественная часть сабантуя проходит в актовом зале. Свободного места не найти. Здесь награждают лучших учеников школы, чествуют заслуженных педагогов. Программу разбавили творческими номерами. Молодые люди в традиционных татарских костюмах исполняют национальный танец. Неофициальную часть празднований перенесли на улицу. Для гостей на выбор несколько подвижных игр. На борцовском ковре национальная забава тюркских народов – куреш. Держась руками за пояс на сопернике, нужно повалить его на землю. На один раунд отводится 3 минуты. На деле получается гораздо быстрее. Особенность работа на силу, ловкость, скорость. Да, только без не отпуская пояс и броски. Вот именно то, что здесь уже как раз именно сила. И ловкость как раз основное то, что требуется. Еще один занимательный вид спорта – фехтование мягкими мечами. Для безопасности все участники, выходя на поле брани, должны надеть шлем. Задача – нанести сопернику как можно больше ударов, отражая атакующие выпады. Бить можно в любое место, кроме паха, кистей и стоп. Сход идет до 5 поражений, то есть до 5 попаданий в любую часть тела. То есть после попадания не расходятся бойцы, соответственно, кто первый 5 раз наколотил, тот и побеждает. На традиционном татарском празднике нашлось место для еще одной забавы – метания копья. На первый взгляд, попасть с нескольких метров в крупную мишень не составляет труда. Организаторы отмечают, чтобы нанести точный удар, нужно грамотно рассчитать силу и траекторию полета снаряда. От желающих попробовать свои силы на всех площадках не было отбоя. А это значит, что сабантуй удался на славу. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.